Дамы и господа, приветствую всех, кто заглянул на огонек этого канала. Сегодня мы прогуляемся по улице Тарагирова, бывшая Фрунзе, в городе Алматы. Прогулку мы начнем здесь, от реки Большая Алма-Атинка. Вдоль домов идет другой тротуарчик. Заглянем во дворик этого дома. Детские площадки, автомобили, все чинно и благородно. Зашли под арку и выйдем под аркой. А вышли мы на улицу Наваи. Здесь улица совсем зеленая. За деревьями скрывается микрорайон Орбита 1. По правой стороне в зарослях маскируется частный сектор. Улица Мустафина. За ней начинается орбита 3. Остановки автобусные вот такие.
Многие балконы уже обделаны сайдингом, а некоторые имеют первозданный вид. Ну вот и улица Саина. Здесь заканчивается улица Тарайгырова и заканчивается наша прогулка. Рад, если кому-то понравилось. Будьте здоровы, красивы и богаты. До новых встреч!